нечистый принес. Может, ляхи близко. Нет никого. Опоздали. Святитель Николай Угодник. Ведь я здесь на прошлый год торговал. Большая была деревня. Ишь, как разорили. Пушек у нас нет. И все про пушки. Какие нам пушки? Торговать надо. Ох, и жаден же ты, нелюб. Я тебе дядя, так ты у меня учись. Не нашу тысячу рубят. От нижнего ляхов и без пушек отгоним. А не отгоним, откупимся. Судьи не пристава. Мы с племянником мясом да рыбой торгуем. Нам, коли не ограбил, так и не разбойник. Чего мне бояться? Я и ловлен, и бит, и опять ушел. А ты чей? Орлова, стольника кабальный. Сильный люд? Стольник-то? Обыкновенно. Правопивец. Он всем ворам крест перецеловал. Все ищет, кто больше даст. И где управу искать? Я бы всех зубами загрыз. А ты, милый, не управы ищи, а правды. А правда-то она по церквам да по святым людям. Если бы собрать все села, да все деревни, да все города, кабы собрать вместе всех русских людей, да на добром согласии, да не шталяхом с ихними шведами одолеть такую силу. Жалостно говоришь, и правильно, только не соберешь. Брось, мертвой костью не погань рук. Соты в черепе, пчела задичала. Брось, и руки умой. Плетью обуха не перешибешь. Тоже, небось, с ляхами колом воевал. Может, одного и убил, а их трое новых пришло. Может, тоже... крестьянином был. Нет, друг, мы твою обиду не оставим.
заради. Некуда. Ступай до Москвы, Божий человек. Недалеко. До ночи не дойду. Некуда. Места нет. Пусти, Христа ради. Баньку новую строим для Господа. Бревна надо перетаскать. Перетаскаю. До совета. Видать, воевода. А может и воевода за благословение. Тебе-то что? Блаженному зовут. Люди! Принимай стальника Григория Орлова! Мне горницу, на меду да пиво, хлеба помягче, да рыбы. Ужин, чтоб был добрый. Батька! Возьми лошадей, Христа ради. Ты что зазевался? Лошадям корму. Че стоишь? Это что за образец? Эфиоп. Греб. Кельи все заняты, боярин. Ну, ай-яй-яй, ай-яй-яй, царёву стольнику места нет, а? Сенька, возьми плеть, пойди по кельям, объясни, кто приехал. Может быть, князю Пожарскому поставить? Видите, что ли? Митька Тихонин, и он здесь, он потеснится, он и под лавкой переночует. Веди к Митьке, отец. Князь беседует с блаженным иеринархом. Слышь, тебе смерть в лошадей держал, ты куда-то убег. Ты его знаешь? Да тебе-то что? На беглого Романа с нашей вотчины похож. Ух, у него рваный, видал? Не видал. Эх, сыскать бы да поймать. Боярин два алтына дал бы. Два алтына? Деньги. Сыскать бы да поймать, а деньги пополам. Так что ли, паря? Я тебе не паря. Я хоть и казак, дорог непростов. Тупо верстают меня в дворянь. Есть у нас на дворе такие дворяне столбовые. Только те лай! Да уходи, пока цел! Чего здесь? Обогреться. А?
Это ты. А ну-ка, покажи ухо. Степан, кого это ты? Кто таков? Он меня зарезать хотел. У меня и ножа-то не было, аспить. Чего ж тебе надо? Берите меня. Ваша сила. Бедный он, стольник Орлова кабальный, Орлов сильный. Перестань, Степан. Мы ведь не пристава, чтобы ловить да выдавать. Подойди. Как звать? Романом. Куда идешь? На Москву. Что тебе в Москве? Все равно дойду, не удержишь. Что говорю тебе в Москве? Ну, убей на месте. Что тебе в Москве надобно? Рать собирают. Берут всякого, не гонят и не выдают. В Москве рати не собирают. Но, коли не врешь, приходи ко мне в Москве на Сретенку. Спроси двор князя Пожарского. Не выдашь. Не выдам. Что ж ты? На безоружного, да с ножом. Князь, дед я, доброта не описуемый. Не селись, мои холоп постели. Рыбу, прости, всю съел. И мед нет. А пиво есть. Это тебе. Святые отцы прислали. Ты и платить будешь. Да ты не обижайся. Спать хочу, Григорий Федорович, прости. Гляди, счастье проспишь. Эх, Дмитрий Михайлович, время-то какое! Лови, добери!
Я тебе друг. Вот ты и грамоте знаешь. А связался с Липуновым, а Липунов рязанец. Он все своим рязанцам раздаст. А ты... шиш получишь. Слышь, Дмитрий Михайлович, шиш, говорю, получишь. Ты что, все отечество спасаешь? Отечество, говорю, спасаешь? А ведь оно большое. Большое. А надо что, поменьше спасать? Держаться надо польской руки. Ляхи в Кремле сидят крепко. Весь порох и все пушки в Кремль собрали. И казну всю, а у нас ничего нет. Они наших холопов да блинников побьют, а коли мы им в этом поможем, так такое получим, что у нас и на разуме нет. Ты, Владислава, держись, как я держусь. А Владислав царевич прирожденный. Григорий Федорович. Я знаю. Знаю, что ты под Зарайском под Коломной яхов бил. А ты не бойся, они тебе дороже заплатят. Эх! Выпей, князь. Помнишь, и служили вместе, и воевали вместе. Вместе не воевали. Монах просит слово сказать. Зови. Не идет. К себе просит. Что? Погоди, вот. Там кружкой порожен. Дело, боярин, и тебе на пользу. Тайное. Есть грамотка, и с этой грамоткой надо Пожарского опередить. Кому писано? Пану Гонцевскому в Москву. Род твой, Григорий Федорович, честью обижен и захудал. А если ты грамотку вовремя свезешь, будет и честь тебе, и жалование. С нею тебя и в Кремль пропустят. От кого писано? От меня. Неужто и ты ляхом служишь? Да ты какой земли? Португальской, боярин. Ага.
Это оружие, пане Подкулинский. Такими дубинами москали дерутся с нами. Молчать! Эй, топор есть? Нет. Господи! Дай срок! Зачем он поясах снял? Чтобы камни за пазухой не держал. Все отымают. Топоры отымают. Ножи отымают. Боятся. Ну, будет им палача. Слышь, парень, ты дорогу на Сретенку не знаешь? Дорогу! 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 Дорогу давай! Дорогу давай! Кляхом на службу! Ах, стервицы! Гляди, гляди, улицы узкие да кривые, суться попробуй. Народишко надо оттуда выбить. Коли подвалют казаки, как отобьется? В Кремле сидим, а земля не наша. Так что ж советуют, бояре? Жечь. При великих государях, как татары подходили, всю Москву за китайской стеной жгли. Выжжем, будет поле. Для пешего до конного боя удобно. И со стен из пищали палить тоже удобно. Все видать. Который Концевский-то? Вот, тот с булавой. А как величать? Ясновельможный пан староста Велес. А где грамота-то? Сам отдал. Этот еще откуда? Ясновельможному пану Концевскому, старости Вележскому, челом бью. Я стольник Гриш Карлов, царя государя всей Руси, Владислава Милостивого холоп. Пану гетману грамотку привез. Ох, вез скоро, с великим бережением. Войско с воеводами Прокофьем Ляпуновым, Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким приближаются в Москве. Так. Будут здесь через двое суток. Да. Известие достоверное от верного человека. Да, еще какой-то Пожарский. Пожарского-то я знаю. Умом-то не горазд. Да блудлив на нас. Да на царя Владислава замышляет. Его бы надо взять за престолов, да во строк. А на отчину-то его мне бы лист жалованный. Награда вам будет. Так, надо подумать об обороне. Если начинать жечь город, то откуда? С Никитской надо поджигать. Дура, не глинный это огонь переймет. Со Сретенки, Никитка! Ее и пойдет. Прошу чести. План мой таков. Завтра утром я выведу драгун за Китайгородскую стену. И подожгу деревянный город в нескольких местах. Прошу чести!
Кочерга! Давай кочергу! Митя, на бат! Раской, Варфоломен! Пошли ко мне Степана, чтоб нес доспех! Девка до князя. Куда я такой орал пущу? Пусти, говорят, нужда есть. Пусти, красавица. Ляхи Москву поджигают. Иди. Надобно. Ты меня звал? Так я не один пришел с народом. Ляхи вышли за Китай, город. Дома поджигать. Слышь, напал. Много ли вас? За воротами человек до 100. Еще придут. Оружие есть? Кулаки да колья. Я кузнец, так во. Припрятан. Степан, открой ворота, пусти народ. Я приму. Слышите? Полякам Москву мы сжечь не дадим. Срока у нас мало. Кто знает пушечный двор, что у моста? Ступайте двое и зовите ко мне пушечного мастера Федора Зотова. Да еще человек 40 пушки тащить.
не дадим. Всем передайте. Держаться нам надо недолго. По Сретенке до Повестицкой. В Троицкой дороге идет к нам ополчение с добрым оружием. А ведут его воеводы Лепунов и Трубецкой. Вступайте во дворы. Стойте тихо, без крика. Поляков пустим на улицу, да и ударим. Дон Никитич, погляди-ка. Добро. Федор Никитич, нас повыше. Добро. Витька! Вали! Валите! Сколько наших осталось? Пятеро, да я. Беги к воеводе. Скажи, что поляков, мол, отбили. А народу, скажи, осталось мало. Ляхи опять пойдут. Стоять будет трудно. А я, скажи, помираю. Саблю возьми. Отдай кому-нибудь. Слышь, Дёстар, беги залезь на колокольню, смотри по улице. Как увидишь, ратных людей идет много. Беги вниз, кричи народу, ополчение, мол, идет на подмогу.
Да ты и вправду мужик. Ай-яй-яй, как рассекли-то. А ты сними кольчугу, кровь надо унять. Что тебе? На Мясницкой держаться не можем. Поставай, кольчугу. Селить на бревна тулупы. Ступай. Собирай народ ко мне. Я возьму сколько надо, поведу на Мясницкую сам. Кто останется, бери над ними начало ты. Ну, коль полезут поляки, держись. Степан, коня! Лепунов близко. Подойдет ополчение. Вместе вобьем поляков в ворота, пойдем на Кремль. Что, Федор Никитич? Нет больше пороху. Дмитрий Михайлович. Собирай народ! Собирай ко мне! Тревожь плеча. Подложи под голову. Шелом-то сумите. Роман! Где Роман? Я, Дмитрий Михайлович. За пушечным двором, амбары с хлебом, запас года на три. Надо поджечь, не отдавать полякам. Я сам подожгу. Кто дорогу знает? Я знаю. Веди. На мосту держатся. Подмогу надо, Дмитрий Михайлович. Подмогу? Как бы людей собрать. Поднимите меня. Thank you.
Опоздали, Прокофий Петрович? Зажгли Москву, ироды. Равный какой, но сдерет, будто и впрямь воевода. Чего стоишь? Лучше помереть, чем видеть такое.
мои деньги считал? И русатыну не дам! И полтину не дам! Не дам полтину! Покрываем разные носы! Вы-то давали до давалки все кончились. Люди почтенные. Да дай слово сказать. Что только не даст, а без денег не только что нижнего, а и ворот в избе не защитить. Господа дворяне, сколько вас? Нас тут дорогобужанты, вязничий, да из-под Смоленска. Служилых людей до 2000. Нам столько не надобно. И так объели нас ирды. Изгороди поломали, посуди растащили, а службы с вас не видно. Верно говори, верно. Растащили. Служивый человек может службу исполнять, когда на него мужик дома работает. А то были у нас мужики. Задолжали нам кругом, да и ушли с ляхами драться самовольно. Убил лях мужика, ну и пропал за ним дом. То, государи мои, не гораздо. Вы нам дайте коней, да пороху, да землю за нами закрепите, да заставьте мужика нас кормить. Тогда будем служить вам без воровства, как в ополчении служили. Поста! Каждому коня на доске на порох. Никола, милость. Трилтер, да два! Здесь курды чаят, да! Православие! Да подарись ты пищей! Ну, Миныч, нынче, говорят, вы посадские умные. Рассуди, кому сколько давать. Люди торговые, люди посадские. Говори, Кузьма, вы тебе выбирали. Что полста войска поставить, что 200 поставить. А нижнему одному не устоять. Рассудить надо мне. Под Москвой, почитай, рати нет. Прокопий Липунов, добрый был воевода. Убили, остались за Рудской, за Трубецкой. Они откуда? Оба тушинским вором ставлены. Вотчины брать, кабаки сдавать, дорвать друг у дружки русскую землю кусками. Они гораздо. Надежда на них плохая. Возьмут ляхи верь. Не руб Салтына, а и домишко твой даром возьму. Тебя холопом поставим. За что ты в Москве? За Москвы далеко, а до Нижнего ляха все пустим. А в том и разговор. Москва-то по поле Нижнего, да отдали, а Нижние ляхи и сами возьму. Верно. Я так скажу, коли есть у нас 2000 служилых людей, то и подымать надо 2000, а будет более, подымать более. Вот. Допустить по всем городам слух, чтобы по доброму нашему примеру собирали ратных людей по всей русской земле и к нам посылали. А деньги? А деньги нам давай. Вот сел! Присел! Что же это? Ой, да ты не ночнивый был. От дворянов деревень с мужиками в кабалу не давать. А на меня что ж, коза пахать будет? Спрячь железку. Дворянам за службу деревень с мужиками не давать. А давать жалование с деньгами. Верно! Стало быть, и денег надо много. Вот мы посадскими ремесленными людьми. Всего человек за 100 собрались и порешили давать на ополчение 3-ю деньгу от всех прожитков, какие есть.
Я вот убогий человек, даю 100 рублей. Дом есть, продам. Да что ж это такое? Царица небесная. Борода, что ворота, а ума в калитку. Да кто тебе обречь дураков третью деньгу даст? Кого совесть есть, тот и даст. А коли всех порешим, так и приневолим. Такое дело надо вершить всенародно. Вот выйдем завтра поутренне на паперть, объявим нижегородцам о добром нашем начале. Пусть понесут слух. С посадскими головами у меня сговор, они о том согласны. Вместе выйдем. Выйдем! Выйдем! Дело стало быть за купцами. Стало быть, посадские порешили, а я дом продавай. Братцы! Дом Кужеляков грабит! Поторговалка, тыкву, отдай алфин! Грабители! Ибни и дуру там не указ, пущай сами дают. Пущай идут на папель, им там на внут пока-то. Пущай выходят! Пущай выходят! Пущай выходят! Выйдем! И вас заставим! А нас мало, а дело большое. Просим у вас разумения для совета. Совет мы дадим. У нас тоже ум есть. И, видать, умом-то гора. Чужие деньги считать, а на них покупать. А свои наживать ума не хватает. И кафтан-то весь пила. Православные, мы торговые люди, на нас грешных город держится нашими достатками, и вы кормитесь. Разве нам своего добра не жалко? Разве мы своему городу не обороним? Верно! Наймем разных людей, выстроим заслоны. Валяйте-то в Москве, а мы-то за Волгой. Они, может, сюда и не пойдут. А ты уйди! Что ты с лошами? Пусти, дай слово сказать. Уйди! Граждане нижегородские! Я правду купец сказал, он только за свое добро держится, а народу ему заботы нет. Не за свой город, не за Нижний один, а за все государство московское надо поднимать ополчение. Эх, Василий, не я говорю, море наше говорит. Неужто польскому бесчестью, да польскому насилию конца не будет? Неужто у народа русского ни силы, ни управы нет на поляков? Так не бывать такому бестолью, не бывать нашим хозяевами на земле русской! Видишь, как говорится? Воюем мы с ляхами в власть, коп особо, Казань особо. А купец лишь говорит, что не все один за себя постоит. То ли далее так будет, одолеют нас ляхи и бьют на шею железные.
это ермо железными гвоздями. И будем мы, и дети наши, а нам холопами. Родину твою забудь, и родной язык забудь. Граждане нижегородские, опомниться надо, надо начинать великое земское дело. По всем городам собирать в ополчение служилых дворян, но по всем селам и городам собирать также и простых ратных людей. Кто захочет тех собирать в одно место, давать им коней, и оружие, и кормить, одевать добро, чтобы было доброе войско, а войско надобно большое, денег надобно много. Истинного ему надо! Добрался! Мы посадские, кузнецы, плотники, сидельники и мясники собрались и приговор написали. Дать каждому от своих достатков на общее дело третью деньгу. Собрали до 2000 рублей. До этого мало. Коли поднимать ополчение, коль идти на ляхов всей землей, денег надобно много, железо надо, оружие ковать, медь надо, пушки лить, свинец надо, селитру. Коли купцы не помогут, коли кто здесь из посадки, которые с достатком не дадут своей доли, погубим великое дело. А коли все порешат, да дадут, то и купцов и не валим. Неужто ж не станет нам доброй воли? Неужто добро свое, рух ледишку свою пожалеем, а землю родную не пожалеем? Жен и детей заложим, головы свои, жизнь свою отдадим. Постой! 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 Дай мне сказать, православные! На тебе мою деньгу, не третью, а одну. Я ее с Архангельска нес. Били меня, искали, так я не отдал. А ему сам отдам. Давай шапку. Подарем одно ополчение! Да неужто ж добро свое пожалеем? А землю родную не пожалеем? Подарем! Thank you.
Добра-то сколько! Описать надо! А список сохрани! Обманут тебя! Мы же и обманем! Напишем! Не обманете! А если без фраз, гетман Хаткевич, что делать с нашей Москвой? Приходится повторять, Ваше Величество. Для того, чтобы Москва принадлежала Вашему Величеству прочно и навсегда, мне нужно 12 тысяч отборного войска. Смоленск давно взят, русские бояре лижут мне руки. Царя Василия, я вчера показывал гостям на Перу. Какого черта ему еще нужно? Войско и деньги на войско. Чтобы сражаться с кучкой мужиков, гетман Хаткевич, нужно поменьше осторожности и побольше смелости. Ваше Величество, пан Хаткевич известен миру как величайший воин. Вспомните, Ваше Величество, как он бил лютеран-шведов, как он уничтожал непобедимых турецких янычар, как он кровью отмыл Нидерланды от ереси. Никто в моей жизни не упрекал меня ни в трусости, ни в жалости. Взгляните на карту, Ваше Величество. Город Москва еще младенец. Хотя ему уже 300 лет, но в руках этого младенца ключи к путям всего мира. Смотрите, как во все стороны от Москвы текут реки. К южным морям, морям север, дорога на Персию и Турцию открыта. Еще одно усилие. И Ваше Королевское Величество будет вечно владеть этим городом. Вот здесь, за рекой Ура, которую русские зовут Волга, стоит народное ополчение с князем Пожарским во главе. Пожарский? Это кто? Воевода Пожарский простодушен, но тверд. С ним некий Минин из простых людей. Мясник? Кажется, мясник. Очень упрямый человек. А он что, опасен, этот Пожарский? Чернь ему верит. Ага. Ну так ему надо умереть. Внезапно. Ну как умер мой кузен Генрих в Париже. От ножа. Ведь это же можно устроить, а? Все в руках Господа. Ну хорошо. Ну, а денег вы мне дадите? Из любви к христианскому делу орден Святого Иисуса денег даст вашему королевскому величеству. Взаимообразно. Вместе с благословением своим.
мне этого дерьма сколько хочешь. Ты что, Орлов, что ли? Орлов. Да я, может, у Ляхов-то перевею Орлову самого. Добро-то все. Где? В Кремле московском? Панов? А у вас? Огрызки? Такое у нас добро. Срезы только к нищи по городам собирают. Колокола на пушке льем. Да смута, да смута. А где ж покой да достаток? И деньги есть, да жизни нет. Солярики все равно одолеют. Одолеют. Вот я и говорю. Хозяин у тебя плох. Князь твой Пожарский кузенке Минину, мяснику, душу продал. А много он тебе милостей пожаловал, а? А ну его, милость! Милость ты не Роману, мужику беглому. Саблями ходят, сволочи! От хозяина и бесчинства. Беспорядок-то от головы. Махни голову, и кулаки повиснут. Ты про что это? Да про то. Пожарство-то ножом порвуть. Коли умеешь, ведь пустое дело. А ведь царству польза. Ты князю человек близкий. Возьми ты на себя божье дело. Ну, ночью там или в сутолке, как знаешь. А уж ляхи тебя за это превыше всех вознесут. Денег и мужиков дадут. Боярином станешь. Нож-то есть. Дьяка разбуди. Где грамота? Отыщи-ка. Кем подписано-то? Выборного человека всею землею в Кузьмино, место Минина, князь Дмитрий Пожарский руку приложил. Читай. Мы сославься со всею землею, души свои дали на том, чтобы стоять против врагов, разорителей польских. Опять взбеленились. Вишь, развелось их на ночь глядя. А тут ты, тут ты, тут ты. Куда? Мы его на Арбате поймали. Думали, лях. Выехал из Кремля. Едет сторонкой. Таится. Мы к нему. А он вскачь. Молчи, холоп. Я тебя не холоп. Не ори. Говори толком. Кто таков?
Василий Андреевич, стольник я царский, слышь? Одежи не видишь, смерть. Василий Андреевич, Орловых знаешь? Калужских. Так я Григорий, Федора сын. Ляхи меня силой в Кремле держали. Да я увернулся. К Москве-то польское войско идет. Ведет его гетман Хаткевич. Ну, поляки вздумали ему грамоту написать, чтоб торопился. Я и вызвался. Говорю, знаю, мол. Свезу дорогу, знаю. А сам думаю, перекинусь к своим с грамотой-то. И упрыгнуть успею. И... Постой. Дело хитрое. Разобрать надо толком. А я спать хочу. Сделай, милость, Иван Мартынович. Учини расспрос. Зяк запишет, а я пойду. Уходи все отсюда. А этого в куль да в воду. И ты ступай. Грамоту оставь. Накорми ты меня, воевода! В Кремле полмерина худого 600 злотых стоит! Я псов жрал! И человечину жрут! А я не смог! Ладно. Выкладывай все на чистоту. А я еще чего скажу. Ляхи на Пожарского замысли. Зарезать. Человека послали. Человек-то мой холоп. Я указать могу. Хлебца дай, Христа для. А я служить буду правдой. Ладно. Скажем, друг, так. Я тебя не видал. Грамоту гетману Хаткевичу ты вези. А что Пожарского зарезать хотят? Того и не слышал. Садись за стол. Я видел, как тебя повели. Грамота с тобой. Братцы, первое дело, доставайте мне коня. На Москву польское войско идет. Надо Пожарского упредить. Надо мне в Ярославль скорее скорого. Кто такие? Капитан Маржерет и я, Смит, его поручик, бьем вам челом. А вас мы слыхали. Воины вы великие. Что же вам нужно? Мы можем служить вам за добрую плату и выгонять польских людей из вашего государства. Ишь ты!
А откуда вы пришли? Мы служили полякам. За что же вы нас так полюбили, что поляков просим? У поляков плохая еда. Зато денег много. И деньги дают мне честно. Вы что, Никитич, поляки наше золото шведам не дают, нас дожидаются. Да, по всему видать, воины вы удалые. И даром сил тратить не любите. А велико ли у вас войско? Мы имеем 2 батальона добрых шведских солдат. И также мы имеем 20 начальников, тоже добрых. Сила большая, но куда девать вас, не знаю. Народу у нас много. И черемисы, и татары, и чуваши, и мордовцы. Все с нами. На шведов-то, пожалуй, каши не хватит. Так что, Федор Никитич? Не хватит, Дмитрий Николаевич. Но, коли не хватит, моих обижать не будет. Пойди сюда. Не вы, не ваши люди нам не надобны. Вы и Москву жгли, наших людей рубили. Нам с вами в одном строю быть не гораздо. Оборонимся от польских людей сами. Понял? Вели будьте играть. Ты что ж, язва, деньги взял, а дела не видать? До завтра, до завтра. А он кольчуга оденет, ты в поход. Из пушки его бить будешь? Ну что ты дрожишь? Все одно тебе не жить. Выдам тебя с головой, дьявол поганый. Поляки возьмут верх, железо достаю. Сейчас надо. Вынимай нож. Ты за мной держись. Стань за моей спиной. Как я скажу, милости прошу. Милости прошу. Бей его из-под меня в брюхо. Князь здесь! Пропустите, православные! Пропустите, князь православный! Пропустите, князю! Пропустите, князь православный! Воеводы милостивые, дай сироте слово сказать. Иду я к тебе с Казани, а меня к тебе не пускали. Дмитрий Михайлович! Милости прошу! Дмитрий Михайлович! Держи! Прости, Христа ради. Бес попут. Не знал, что творит, князюшка. В глазах темно. Воевода часу нету. Хаткевич к Москве подходит. Стоит уже под Можайском. Thank you.
Он мне ногу ножом пропорол. На лошади-то сидеть могу, а слезть-то не могу. Ишь ты, вспомнила. А я тебя искал. Вот, глядись, виделись. Куда ты, в Москву? В Москву. Куда твои рязанцы пушки поворочили? Он им обогнуть, не двигаться. Или вернуться на дорогу. Увязит пушка, голову сниму. Цел, не поранен. Да что ты, Козьма Минч, он меня и не тронул. Вот Романа жалко, ногу ему пропороли. Да и то перевязали и на коня сел. Никита! А ты, говорят, простил его, да отпустил. Кого? Степана Стервица этого. Задержи конных у моста, пускай пройдут бродом. Ты, Дмитрий Михайлович, разуметь должен. Тебя всей землей выбирали, стало быть, не тебе и прощать такие дела. Нечто Хорошов на тебя нож поднял, он на государство нож поднял. Поляки спать ложатся. Пожарский стоит здесь. Стоит здесь. Вчера вышли от этого, как его, Новодевичьего. Завтра мы всей силой ударим от Донского. Сейчас мы идут по этим улицам. Пожарский перешел реку. Как? Разведка донесла, что русские укрепляют здесь Гуляй-города. Все равно. Русским не удержаться в развалинах. Наши фланги защищены изгибами реки. Казаки с Трубецким стоят здесь. Вчера они побоялись помогать Пожарскому. Еще больше. Мы прижмем русских к реке, а наши будут бить их со стен Кремля артиллерией. Здесь мы наведем плавучий мост и соединимся с Кремлем. Да, вы отправили этого боярина Стольника с хлебным обозом? Отправили давно, как стемнело. В Кремле люди падают с голода. Если боярин так хорошо знает Москву, как он говорит, то в темноте он проберется к Кремлю. Пожарского тут нет. Все. Вчерашний день позор. Позор для вас, пане Казимир. Вчера толпе грязных московских мужиков вы показали вашу спину.
пане полковник. Завтра я еще раз покажу вам, как противник уничтожают быстро и навсегда. Кто против нас? Пожарский. Он храбр. И только. Это как его? Минин? Ведь он же, как кажется, мясник. Но теперь надо выспаться. И вам советую сделать то же. Души. Его знаю. Это он воеводу князя Пожарского ножом пырнул. А тот его простил. А он, видишь, куда кинулся? Ну? Показывай, где боярин. Роман! Вот он тут, в этом вазу схоронился. Он и есть главный бог. А меня приневолили. Отпустите меня, Христа ради! А не верься ты, змей окаянный! Кто? Кто такие? Свои бояре. Русские. Тимошка, холоп! Беги к воеводе! Не поведу, Григорий Федорович. Ты ляхам душу продал. Стало бы тебе смерть.
А этого куль да в воду. Стой здесь, в засаде, без шума, покуда князь не позовет. Ладно, Козьма Мин, вон там, за холмом мы станем. Город держи крепко, бей непрестанно. Запас-то огневого хватит? Хватит, Дмитрий Михайлович, с избытком. Добро. Он с поля, как поворот. Где приказная изба была, знаешь? Знаю. За туманом-то не видно. Оттуда его достану ядрами. Добро. Добро. Поставили засаду, Дмитрий Михайлович. Добро. Гуляй, города, на Екиманку вывезли и пушки там. Добро. Ну, Дмитрий Михайлович, никогда я, кажись, в себе такой силы не чую. Вчера ляхи пробиться к Кремлю, да вы им спесь поспевали. Вчера они дрались в полсилы, а сегодня ударят со всей силы. Пустим их в Кремль, сядут ляхи на русской земле крепче, чем были. Не пустим, не пустим, не пустим. Не пустим. Деды наши из Руси татар прогнали. Так не посрамим же их славы. Пусть знают дети наши и внуки наши и правнуки наши и все русские люди, которые будут, что послужили мы Отечеству верно, что крепка наша земля, что будет стоять она нерушимо навечно. Thank you.
предлагают сражаться под вашими знаменами за равную долю добычи. Мы, кажется, уже встречались. Мы дрались не однажды с вами и против вас, и всегда со славой. Прекрасно! Я принимаю ваши условия. Вы пойдете вслед за конницей, укрепляя ее успех. Сегодня счастливый день. Я весел. Солнце встало за моей спиной и светит в глаза русским. Я как Юлий Цезарь. Передо мною галлы, осаждающие город, занятые римскими войсками. Пане Волынский! Ведите конницу, врывайтесь с улицы, пехота последует за вами. Ну, Ермачок, держись. Идут. Стой, кротко! Сдуй! Михалыч, идут, вон они. Погиб Дмитрий Свет Пожарский. И Куземка Минин туда же.
а не Чернецкий! Артиллерию ближе! Ведите венгров! Вы должны прорвать танк русских и навести мост к Кремлю! Ну, всей силой в одно место! Вперед! Вперед, вперед! Конец.
Видишь, какая сила валить. Не нам с ляхами воевать. Рогатки бы поставить, как бы до нас не добрались. Чего стоим? Помогать надо! Черт бесстыжий! От нашей боярской твари справа по всему государству! Айда на наши друзья в Кремле. Пожарским кончено. Нашу победу запомнят столетия. Козьма, соберем всех конных и пеших, пройдем вдоль берега и ударим поляков у переправы. Казаки с Яузы помогают. Вит Михайлович, да я инако промыслю. У Хавкевича в тылу две роты. У нас за Крымским бродом 300 в засаде. Я зайду с тылу ударю, а ты сбоку бей. Делай так, Козьма. Роман! Скачи на орды, поднимай людей. Ведь не всех потоптали. Поднимай из ям. Всех, кто только может оружие держать в руках, всех поднимай и веди ляхом в тыл. Скачи. Веди! Thank you.
Открой рот. На нас не смотрят. Вон на кого смотрят. Хороший голос у Москвы. А надо бы еще громче, чтобы шведы его услыхали. Как с нашей Невы на море ушли. Чтобы иноземцы попятились. И чтобы ляхи не вернулись. Не бывает нашей земле под ляхами. Не бывает. Колпаками их не докидаешь. Пороху до пушек еще по воле надобно. Так что, Козьма Митрич? Так ты смешал. Выбирали вы нас всей землею. Выбирали! Волю вашу вы исполнили. Бежала русская земля обруганная. Поля не паханы, города сожжены. Теперь мы ляхов с ихними шведами побили и с нашей земли вышибли. Пел лях на Русь, как гусь, а улетел тоже не лебедем. Побили мы ляха не оружием одним, а общим добрым согласием. Побили, а коли сунутся, и далее будем бить. Если мы ляху хвост отрубили, а там и шкуру снимем. Нету.